Но хочется пожелать нашим деткам, чтобы они мечтали, и желание мечтать у них никогда не угасало. Я хочу, чтобы никакие жизненные перипетии не мешали им мечтать и добиваться своих целей. Мы с папой будем помогать им в этом. Хотим, чтобы они шли по жизни с сумасшедшим позитивом. Как мы собираемся, что будут собираться так наши дети. Традиция есть хорошая, закладываем там с каждым годом. Подарков своим любимым внукам. Но они думали, что это все. Ничего подобного. Я еще кучу подарков привезла. Мы решили, что, наверное, самыми лучшими подарками могут быть очень классные, очень яркие воспоминания. Мирного неба. Всегда. Чтобы всегда оно было ясное, чистое. Пусть хранит вас ангел-хранитель. Желаю им, конечно, добра, счастья, здоровья вам. И крепости вашей семьи, чтобы вашим деткам по жизни везло, чтобы они унаследовали все ваши добрые качества родителей, бабушек, дедушек. Чтобы у вас положительных эмоций, любви, ну и всего самого хорошего было всегда в два раза больше. Мы рождены, чтобы сказку сделать былью, да? И для нас нет ничего невозможного, поэтому я хочу, чтобы твои дети, Доминик, Мишель, они были настоящими сказочниками в этой жизни, чтобы они творили настоящие чудеса, и чтобы у них все было хорошо на самом деле.